Ребята, всем привет! Клуб интеллектуального туризма, и я Несмел Дмитрий. Сегодня мы с вами отправимся на Шунут или Шунут-камень. Давайте смотреть. Это видео — мой субъективный взгляд на объект, субъект, событие или местность. Прошу простить мне информационные неточности и манеру подачи. Ну что, пока мы идем, давайте поговорим о названии Шунут. Обычно все филологи любят делить такие слова на две части. Шун и ут. Долгое время бытовало мнение, что это помесь, что для топонимов вообще не свойственно, помесь мансийского с тюркским. То есть шун — это нарты или сани на мансийском. Буду ли этому манси, обязательно спрошу. Ут — на тюркском огонь. И огненные сани, что очень странное название. Недалеко протекает речка. И раньше называлось тоже Шунут. И вот здесь уже огненные сани, ну, как-то выглядит более приемлемо. Но повторяющиеся гласные здесь «у» могут указывать на то, что обе части слова башкирские. Как, например, «шарташ». Желтая гора, да? Там две А. Так вот, Шунут, вероятнее всего, по словообразованию, так скажем, это все-таки полностью башкирское слово. Но какой-то хоть хотя бы трактовки шун в башкирском, в тюркском, я так понимаю, нет. В тюркском, конечно же, не в башкирском. Вот. Такое любопытное название, далеко не всегда все можно трактовать как-то. Есть даже такие горы, которые условно историки называют, ну, жил какой-то пранарод. Не в мракобесном смысле пранарод, там, атланты или что-то подобное, а просто тот народ, кого они в ходе истории человечества не удалось там вычленить, да, как-то. Может быть, они жили недолго, может быть, от них ничего не осталось, кроме фольклора уже у других народностей. Сложный рельефчик. Дальше вроде полегче. Шунут — очень популярное место. И сюда ездят на машинах, квадроциклах всяких, вот тому подобное. Поэтому летом дороги все разбиты. Туристы сюда по горло в грязи добираются. Мы сейчас лосячим. Там, видите, сколько народ за мной идет. Вот. А впереди навигатор только. Биологический навигатор. Вот. Ну и, короче, да и зимой здесь. Или идешь по лужам, которые вы уже видели, да? Либо топчешь свою тропку, чем мы, собственно, сейчас и заняты. Я делаю хитро. Иду за кем-нибудь след в след. Если человек где-то провалился, я туда уже не стою. Вот так вот лучше в лесу не мусорить. Смотрите, как классно в лесу. Абсолютная тишина. Мы около 6 километров прошли. Но из-за того, что покрытие вот такое, так уж просто, да еще и в горку. У нас остается где-то около 3, может, 3,5 до Шунута. Лес просто прекрасен. Здесь тихо. А сзади от нас ребята все отстали сильно очень. И поэтому их не слышно, не видно. И тишина. Я иду так, мелькая синим спереди Коля, чтобы он видел, что кто-то следом идет. Сзади народу, чтобы они видели, что кто-то впереди идет. Такая вот схема. Тынь. Круто.
Ну что ж, вот уже были скальные выходы. И где-то совсем рядышком с вершиной. Очередная реклама о мусоре, наверное. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ну что, Шунут. Скала, сложенная так называемыми конгломератами. Вот здесь, кстати, видно. Давайте поближе подойдем. Это такая своеобразная галька, спрессованная и сцементированная. И в некоторых местах покрыта всякими лишайниками. По оценкам геологов, примерно 600 миллионов лет этим скалам. Ну и, в принципе, всему этому увалу 600 миллионов лет. Почти вершина. Гора Шунут или Шунут камень, вершина Коноваловского увала, можно, наверное, говорить хребта, 726 метров над уровнем моря. Вот там видно Мариинск, где-то дальше далеко Ревда, но их сейчас не видно. А вообще вид шикарный, наверное, на десятки километров, и говорят, что даже видно иногда высотки Екатеринбурга. Мы на горе Шунут. Как это называется, скала? Так и называется Шунут. Скала. Шунут. Нельзя, да, никого за ноги брать. Кусать можно сразу ноги. Сюрприз. Мы сейчас увидим, как Дмитрий Правдин будет пускать мыльные пузыри. Ради этого стоило эти 30 километров. Камеры включены, да. Так. А куда? Ветер-то в другую сторону дует. Надо в другую сторону. Давайте, ну-ка, повернитесь все. Меня замерзло. Нет, сюда повернитесь. О, прикиньте, у меня замерзло все. Надо сначала их в кармашках погреть. Вот, у меня пошли. Значит, на лето. Электрички положат на эту на батарею. Так вот в электричку. Зато какая будет веселая электричка. Сейчас, подождите, я же ее уберу. Вот. По одному. Вот. Позитивненький такой поход. С пузырями. Сейчас будет музыка. Да, блин. Если получится, ветер. Они через раз. Дима, не пей это, ты чё? Все, я выпил. О! Я даже не думал. Вот она, вершина Шунут камня. Но, безусловно, надо сказать о том, что нужно быть крайне осторожными в таких местах. Трагически погиб Влад Стрелов. Наверное, здесь. Пожалуйста, будьте всегда аккуратны, предусмотрительны. Если вы в чем-то не уверены, лучше не соваться. Ну и я думаю, что если соблюдать все меры предосторожности, то все без сомнений будет хорошо. Ну что ж, Шунут остается справа от нас. Что еще можно... Вот он. Что еще можно про него рассказать? Ходит такая легенда, что раньше, в давние времена, был здесь... В одной из местных гор, а возможно и в самом Шунуте, тайный скит. Это такой штольня, прямо в скале проделанная, вертикальная, из которой отходы есть, где жили и молились монахи. А потом, дескать, ее засыпали. Никаких фактических подтверждений этому нет. И я думаю, что это всего лишь легенда. Еще на Шунуте снимался эпизод фильма «Золотая баба», вышедшего в 1987 году. Колено перед мастером. Небо дало силу моим рукам. Верность глазу и знание сердцу. На этом, наверное, все. С вами был я, Нисим Дмитрий, клуб интеллектуального туризма. Под видео есть ссылочка, вы всегда можете нам помочь. Подпишитесь на группы в социальных сетях, мы есть почти везде. Обязательно поставьте лайк с вами. Мы с вами были на камне Шунут или на горе Шунут.
Пока.